Всем добрый день, подписчики, гости канала, рада вас всех приветствовать. Подумайте, то, какие вы есть сейчас, и то, что вы имеете, это является всего лишь результатом того, что вам навязали в вашем детстве, в вашей юности, когда вы были уже совсем зрелыми людьми. Поэтому сегодня мы с вами снимем все негативные и ограничивающие установки. Я уже поставила дату и написала тему. Помните, что мы пишем в настоящем времени без каких-либо частиц отрицания, без каких-либо негативных, да, частичек и обязательно с указанием своих чувств. Например, я с легкостью и благодарностью снимаю с себя все навязанные ограничения и негативные установки, принимаю богатство в свою жизнь. Вот, и теперь мы поставим таймер на 2 минуты, и думая о своей теме, я прошу вас записать вместе со мной первое, что вам приходит в голову на эту тему. Может быть, вам кто-то говорил, что что-то из разряда «всех денег не заработаешь» или «богатые плохие», может быть, «деньги это плохо» или «чтобы быть богатым, нужно много работать» и на нескольких работах. То есть вот все это я назвала самые простые, самые примитивные, но то, что придет вам в голову. Я пишу желтым фломастером, чтобы вам было желтым линером, да, чтобы вам было плохо видно. Вам не нужно писать, что пишу, читать, что пишу я и переписывать. Вы пишите свое. Алиса, Алиса, поставь таймер на 2 минуты. Хорошо. Таймер запущен, поехали. Первое, что приходит в голову. Алиса, стоп. Первое, что приходит в голову, неважно, негативные слова, позитивные, и я прошу вас их посчитать, внимательно на них посмотреть. Может быть, какие-то слова для вас оказались неожиданными. У меня получилось 36 слов. Знаете, меня поразило больше всего слово «заслужи». Но как бы вы же понимаете, что вы никому ничем не обязаны. И то, что вам вбивали вот это в голову, я сейчас возьму очень плохой маркер, не пугайтесь, я возьму это намеренно. Найдите на листе себя, какой вы сейчас, да, то есть
острый треугольничек, там стабильный квадратик, может быть, идеальный и гармоничный кружочек. Вот я себя ощущаю, как всегда, в центре поля. Можете несколько раз провести, да, можете его сразу нейрографировать. А теперь очень-очень тоненько, я специально включаю музыку, потому что я музыку не слушаю. И когда я делаю, условно говоря, сейчас, да, я включаю музыку, вот этим своим действием я вывожу себя за рамки своего комфорта. Вот, поэтому если вам дискомфортно, у вас есть субтитры, можете их, пожалуйста, включать и слушать без звука, так как вам комфортнее, смотреть, читать все мои слова. Итак, и я беру маркер очень плохой и совершенно абсолютно тоненько все вот эти вот слова, которые вы только что писали, все вот эти вот ограничения, вот так вот я их помечаю. Что мы делаем дальше? Кому нужны эти ограничения? Они никого не делают счастливыми. Если эти ограничения пришли к вам от ваших родителей, что ж, я вас поздравляю, ваши родители просто сделали вас удобными для себя. Но вы совершенно не обязаны слушать их жизненные установки и придерживаться их принципов. У вас есть своя жизнь. И поэтому, разрывая шаблон, вот вы написали, выдохнули. Нарисуйте теперь на листе себя. Расправьте плечи. Вы замечали, что когда вы расправляете плечи, когда ваша осанка ровная, спинка ровная, вы как будто становитесь больше, выше, и у вас голова, соответственно, начинает быть поднята, и вам отчасти кажется даже некомфортным смотреть на мир свысока. Но вы не смотрите на мир свысока, вы смотрите в этот момент на свою жизнь ровно оттуда, откуда и должны смотреть, никак иначе. И я очень хочу провести нейрографическую линию сейчас, да, вы помните, она идет туда, откуда совершенно. Она сама не похожа на себя, и идет туда, где мы ее совершенно не ожидаем увидеть. Наша задача с вами расправить плечи, убрать все эти блоки и растворить вот эту вот тюрьму, которая нас сжимает, да, на нашем листе. Посмотрите, может быть, вам захочется сейчас где-то какие-то фигуры изобразить, да, я пока просто буду набирать линии. И проводя каждую линию, я думаю о том, что я свободна. Моя жизнь свободна, свободна от любых негативных установок. Я выбираю счастливую жизнь. Я выбираю свою жизнь. Я очень хочу растворить все, что мне было навязано в моем детстве, в моей юности, в моей зрелости. Посмотрите, был ли это ваш выбор. Может быть, вам где-то, вот мне очень хочется сейчас здесь нарисовать круг. Я не знаю, что это, но это какой-то ресурс, когда я освобождаю свой разум, свое существо от всего негативного, да, у меня появляются сразу какие-то возможности, освобождается место. И вот здесь вот я тоже становлюсь больше. Работает в вашей жизни то,
Во что вы верите? То, о чем вы думаете больше всего. То, о чем вы думаете больше всего в своей жизни, приходит в вашу жизнь. И если вам всю жизнь говорили, что вы там какой-то неудобный человек, да, может быть, вам говорили, что вы наглый, много хотите, если вы хотите быть богатым, да, когда вы говорили о своих желаниях. Теперь я начинаю округлять все, что все пересечения, все, что можно округлить и гармонизировать, тем самым пространство вокруг себя, поле. И создавая свободу в своей жизни. Вот видите, уже, а если я сейчас дорисую, а вы потом уберете, вот видите, сразу круг, он уже и здесь есть. Насколько гармоничным складывается все, да? Еще какой-то ресурс, про что он мне? Подумайте, да, я несколько раз обвела. Что я вам хочу сказать? Зачастую, я смотрела статистику, да, очень много слушателей примерно моего возраста, да, кто-то чуть старше, кто-то помоложе, и молодцы, что уже сейчас задумались об этом и выбираете свою жизнь сами, а не строите по навязанному сценарию. Люди, которые росли в 90-е годы, к сожалению, очень часто были удобными детьми. И если ваши родители, да, отправляли вас учиться в какие-нибудь там международные школы, да, тогда у вас есть опыт своего мнения, как построить свою счастливую жизнь, да, и вы достаточно легко находите новые ключи к счастью для своей жизни, да, легко их воспринимаете, легко выходите из зоны комфорта. Но в большинстве своем вспомните, сделали что-то не так, на вас кричали, вас ругали, говорили о своих желаниях, вам, может быть, говорили, что вы какой-то наглый, да, ну, в общем, вы сами все знаете. У каждого была своя история, и, к сожалению, это все отразилось на вашей текущей жизни. Так вот, наша с вами задача сейчас все это убрать и понять, что ваша жизнь зависит только от вас. Вы уже взрослые, и вам не нужно слушаться ни маму, ни папу. Вам не нужно слушаться никого, кроме самих себя и своего сердца. А чего желаете вы? Человек будет счастлив не завтра. Не потом, не когда он купит квартиру или дом, или переедет жить в теплые края. Человек будет счастлив только тогда, когда он научится быть счастливым здесь и сейчас. Завтра всегда будет завтра, а вчера всегда будет вчера. Поэтому то, что вы имеете, с чем мы можем работать, это здесь и сейчас. И я надеюсь, что вы уже догадались, что я от вас прошу расправить ваши плечики, поднять головушку. Ручка, вы помните, у нас болтается где-то в воздухе, локоточек. Чтобы рисовали не вы, а рисовало ваше подсознание. Потому что именно ваше подсознание создает вашу текущую реальность. И если она вас не устраивает, мы ее меняем. Вся жизнь в ваших руках. На самом деле я уже в восторге, как у меня все красиво получается. И наблюдайте, пожалуйста, за собой, за своими чувствами. Саморефлексия, она безумно важна.
Если вдруг вам стало как-то некомфортно, подумайте, вспомните, отмотайте назад, остановите, что я сказала до этого. Что вам было таким некомфортным, что вам стало не по себе? Нейрографика от Луны не зависит. Поэтому, если вам вдруг захотелось убрать какие-то негативные установки, убирайте, для этого никогда не бывает поздно. Для этого не нужна никакая Луна. Для этого нужны лишь вы и ваши установки. Вы можете это все прорисовывать, вы можете это все прописывать и сжигать. Вы можете после того, как прорисовали, прописали, сожгли, можно сделать все вместе. Я уже много раз вам говорила, что я считаю, это мое личное мнение, что нужно сделать минимум 3 каких-то действия, чтобы получить очень быстрый результат. Ну и, разумеется, тот, который в ваших интересах. А рисунок достаточно быстрый, я думаю, у нас получится. Потому что я уже почти все округлила. И мне становится легче, у меня безумно слезятся глаза. Наблюдайте за собой, за изменениями в вашем теле. Если вдруг где-то появляются фигуры, обратите на них внимание. Если вам вдруг захотелось добавить где-то энергии, знаете, бывает так, что родственники, знакомые, может быть, да, те люди, которые навязали вам свое мнение, свои вот эти вот установки, упрекнули вас в ваших желаниях, они по сути своей просто энергетические вампиры. И очень классно, если у вас хватило сил перестать с ними общаться просто, да. Но если вдруг вам не хватает энергии, она очень нужна, можете добавить где-то треугольника. У меня очень гармоничный рисунок получается, потому что я всю свою сознательную жизнь с этим работала, со всеми негативными установками. И здесь, знаете, как здесь недостаточно поработала один раз и все. Потому что в любом случае мы живем в современном мире, где есть телефон, интернет, да, телевизоры. И вы в любом случае сталкиваетесь с какими-то негативными новостями, вы в любом случае узнаете как-то от друзей, от знакомых какие-то новости. Вот, поэтому и они откладываются у вас в подсознании. Поэтому очень важно при этом находить время и возможность очистить вот свой разум, свое подсознание от каких-то негативных установок, которые сложились все-таки у вас в голове. Вот обратите внимание, вот она я, там я маленькая, она вообще совершенно абсолютно исчезла, да, где-то. Я маленькая в тюрьме, и вот она я большая. Вот они, два мои ресурса. Посмотрите, может быть, вам еще где-то хочется. Мне вот здесь очень хочется что-то изобразить, только я не могу еще понять, можете приложить ладошку и почувствовать, потому что я не могу понять, что мне хочется. Мне хочется еще больше энергии, еще больше драйва. Я очень энергичный человек. Вот. Или же я хочу какую-то гармонию. Посмотрите, как все начинает идеально складываться, когда вы слушаете себя. Какое изобилие, какое количество ресурсов вы получаете. По сути, эти негативные установки, любые ограничивающие вас мысли, они вредят только вам, они не вредят вашим родителям, для которых вы были удобным ребенком, они не вредят вашему начальнику, для которого вы просто удобный сотрудник, они вредят только вам.
Я вам расскажу смешную историю. После того, как я закрыла один из бизнесов, я решила устроиться на работу. Я сходила на собеседование, и мне задали вопрос, причем в буквальном смысле. На что вы копите? Я говорю, в смысле, на что я коплю? Это было еще лет, наверное, 7 назад. В смысле, на что я коплю? Я просто коплю деньги, я люблю деньги, мне нравится складывать их большими стопочками, обнимать их и наслаждаться. И мне работодатель говорит, ну вы копите на квартиру? Я говорю, нет. Почему? Я говорю, ну потому что есть квартира. Может, вы копите на машину? Я говорю, да не коплю я на машину, у меня есть машина. Может быть, вы копите на отпуск? Я говорю, слушайте, я в отпуск езжу там достаточно часто. А понимаете, мы вас не можем взять на работу. Я говорю, почему? Ну, потому что такая, как вы, развернется и уйдет. Нам нужны люди, которые будут удобными нам. Они будут задерживаться на работе, будут брать сверх нормы какие-то задания, боясь потерять этот источник дохода. А если у вас все есть, зачем вы нам? Вас не устроит то, что мы хотим. И, к сожалению, очень часто на работу нанимают, да, людей, которые выживают, не давая им тем самым выбраться из какой-то там жизненной ситуации. Пока болтала, вот здесь вот круг появился, еще один прям в ресурсе, еще один ресурс. Но на этом я не остановилась, я девочка гордая. Я пошла на еще одно собеседование. Я была на 3 или на 4, потом как-то все и закончилось. На работу я решила пойти, чтобы мне, ну, заниматься чем-то, да, чтобы как-то еще какую-то сферу освоить. Так вот, на другую работу меня не взяли, потому что начальница была женщина, у меня шуба была длиннее, чем у нее. И еще где-то мне сказали, ну вот там вы сначала отработаете 1,5 года, а потом мы говорим об отпуске. Ну и я им рассказала график своих ближайших перелетов. Вот, так что люди удобные, они удобны работодателям, они удобны родственникам, они удобны друзьям, но вы должны думать о себе. Пока говорила, я закончила. Теперь я беру волшебные карандашики, мои хорошие, и мне очень хочется желтый, мой любимый цвет, вы об этом знаете, из карандашей я имею в виду. Так-то я люблю белый цвет свободы. Так, все, выбрала все. И дальше у нас по плану архетипирование. Я центр своей вселенной. Я хочу сиять, как солнышко здесь. Я прям стираю, видите, уничтожаю все эти границы, которые мне мешали. По-хорошему, здесь можно было взять текстовый выделитель. Обратите внимание, а если честно, я не могу сказать, что мне вот прям так сильно нравился мой рисунок когда-либо, как этот. В любом случае, негативные установки нужно прорабатывать, все ограничивающие убеждения. Вы не наглые, если вы хотите мороженое, будучи ребенком. Вы абсолютно не наглые, если вы хотите больше зарплату, больше денег, больше квартиру, лучше машину, поездку в отпуск. Это абсолютно нормальные человеческие желания. И если бы вам с детства говорили, что ты рожден, чтобы жить счастливо, в богатстве, в процветании, не спешите менять цвет, да, можете дальше его уводить. А у вас бы сейчас этих вопросов не возникло, и вы бы уже давным-давно были супер каким-нибудь счастливым, богатым человеком, который даже не смотрит такие видео.
Ну, а поскольку мы с вами здесь сейчас все дружно работаем над собой, я вам всем очень рада. Благодарю за кофе, которым вы меня угощаете. Благодарю за ваши благодарности. Все вижу, все читаю. А Сбербанк часто мне шлет сообщения, за что вам спасибо огромное. Я очень тронута, у меня самые внимательные, самые отзывчивые зрители. Я хотела бы взять, хотела розовый, получился вот этот цвет. Ну, хорошо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ваша жизнь только в ваших руках, а знаю я, поверьте мне, очень много. Подумайте сейчас, как меняется ваше состояние, что у вас изменилось внутри. Ой, расскажу вам историю. У меня в детстве была подружка. Она была старше меня, года на 4. И она была у бабушки. Бабушка там жила далеко, и я, будучи ребенком, приезжала на лето. Ну, собственно говоря, когда уже стали взрослыми, я случайно была там в том городе, в котором играла с ней в детстве. И я ее встретила, у нее было уже двое детей, двух разных мужей. Она работала продавцом на рынке, где, в принципе, всегда работала ее мама. И на вопрос там, как дела, я говорю, ну а что ты там, переехать туда ты не хочешь? Она на меня искренне так посмотрела и говорит, а зачем? Меня тогда этот ответ поразил. По сути, да, я понимаю, у многих людей главная задача накормить там детей и все. А дальше, когда человек начинает говорить, а зачем, я понимаю, если бы мне там сказали, ты хочешь полететь в космос? И то я бы сказала, когда? Сколько это стоит, да? Но я бы не говорила, зачем. Мне безумно интересно, хотя я жуткая-жуткая трусиха. Вот, и розовый я хочу добавить. Любовь, она... У меня розовый, красный, он всегда ассоциируется с любовью. И, как показывает практика, у разных людей цвета, например, с богатством ассоциируются тоже разные. У меня богатство – это желтый или зеленый. У кого-то там цвет богатства красный, да, в голове ассоциации. Поэтому ориентируйтесь на свои ассоциации, не стоит думать о чем-то другом, да. Ну что, я вам говорила, что будет очень быстро, очень приятно. Проводим линии поля, делаем фиксацию и все. На этом мы с вами закончим. Линия поля может добавляет энергии нашей работе. Она может идти по уже... существующим линиям, а может быть какой-то заново созданной. Видите, как все гармонично. Она может раздваиваться, если вдруг вам этого хочется. Обязательно округляйте линии, если они пересекаются между собой, но желательно их прям крест-накрест не пересекать, да? Ну, а с фигурами по желанию. И фиксация, зафиксируйте.
то, что чувствуете. Вот и все. Я, пожалуй, на этом закончу. Сейчас все округлю быстренько. Я вас всех благодарю за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выпуск новых видео. Благодарность великий множитель. Захотите поблагодарить меня? Все указано в описании. А я вам желаю волшебного дня. Пока-пока!